Всем привет, с вами я, Сугарыч, и сегодня мы будем проходить Лимбо. Что? Где я? Стоп. А, ты что, без мышки? А, ой. Действие... Ага, окей. Чё, вставай. Да, неплохо, неплохо. Уф. А как, но... Умер в первом... Блин. Нет. О, перепрыгнул. Я думал, он не долетит. Что нам нужно-то, собственно? А, охренеть, я случайно вообще нажал. А если... А, нет, отцепиться нельзя. Сюда? Ага. Да блин. Но откуда я знал? Я же не могу посмотреть назад. Вот тут по-любому задача с подвохом, да? Вот сюда. А потом вот так прыгнуть и перелететь. Вот, да. Не утони только, я тебя прошу. Тихо. А что, мы можем выпрыгнуть? Блять, мы можем... Ты еще и плавать не умеешь. О, пиздец. О, нет. Я ж с ума так с тобой сойду. Лети! О, пролетел. Фу. Бежим, 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 бежим. Солнышко светит, птичка поет, дистанционка нахуй идет. Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдува... А, ёпта. Тысячи ветров. О-о-о. Я прыгать пока не причалим не буду. О, все. Ясно. И что мне, блядь, сделать надо? Ясно, что мне ничего не ясно. Корабль дотащить? Ай, я гений. И чё? Ага. Фу, я думал, ты умрешь.
Я просто развернуть его хотел немного. А, фу, я думал, сейчас улетит опять в бок. Ой, зажал случайно клавишу вверх. Ну это капкан, блядь. А как его обойти? О, фух, не попались. За деревом нихуя не видно. Да. А мне! Сука, я капкан не заметил. Фу. Ёпта. Жесть какая-то. Просто жесть. Фу. Не ожидал такого. Подвох? Блять! Я же просто хотел перепрыгнуть. Бежи. А, о, мало ли, вдруг он там еще полетит куда-нибудь. И второй, да? Блин, было бы жестко, если бы второй полетел. О, вот это да. Вот это я не ожидал, конечно. Так, какая-то веревка оборванная. Это бж неспроста. Там какое-нибудь ядовитое болото или что-нибудь типа того, ядовитое озеро. Я туда не пойду. Лимбо меня более-менее чему-то учит, и если чему-то учит, то что туда лезть не стоит нам. Блядь. Да ёпта. А как? Блядь, ёпта, стой. Да, блядь. Что ты от меня хочешь? Я туда не запрыгну. И туда тоже. А-а-а. Тьфу, блин. Я думал, я видел, помню, да, вначале можно раскачиваться, а потом что-то забыл, как это делать. Лови! Блять, не поймал. А как? В какую сторону? Да ёп... Клавишу вверх зажал случайно. И... Эх! Ух! Чё, куда дальше? А, так все-таки сюда. Эть! Эть! Что-то это мне как-то напряга... Во. Эть! Так, стоп. Выше, выше лезь. И... Эх! Что это? Тихо.
Оп. Оп, все, идем. А что надо? Ну ёпта. Нет! А, во. Все нормально, все нормально. Ага. Ловушка. Сейчас капкан ёбнется. Не ёбнулся пока что. Ебать. Не надо. Так, блядь, я же знаю, что ты тут сидишь. Вот это чучело. Мне надо как-то сбить капкан. Как? Каким местом я это вам сделаю, ребят? Но это же это. Не это. Ящик. Видимо, ящик нужен. Блять, это за этой корягой. На корягу кидать ящик. С коряги лезть. А я смогу? Мне кажется, я не смогу так сделать. Попробуем. И сдохли нахуй. Класс. Охуенная концовка. А... Блядь, не, не сделаем так. Ну, а чё вот мне надо? Ну, блядь, оно и понятно. Ой, блядь. А как? Как сбить капкан? Каким местом сбить капкан? Ни камня, ни палки, ни хуя у меня нет вообще. Где-то есть подвох. Где, не понимаю. Может, надо как-то выманить этого паука, нет? Что? Я не знаю, как сделать. Ну так же движок. Движок, блядь, прыжок. Движение, действие. Чё от меня надо? Я что-то, может, сделал неправильно все-таки, а? Мне кажется, там тот ящик должен был нам помочь. Ой, бля. Чё, тебя вытянуть надо за лапу? Ты, блядь, куда? Каким местом мне его подцепить? Никаким. А, нет, блин. Ну, вдруг. Бежим, бежим, бежим. Оп. Оп, оп. Ага, ага. И что у нас? Какое место было? А, все.
Ех. Ех. А, бля, я забыл, что тут не на пробел, а на стрелку вверх. Ведь. Ведь. Хуякс. А, ладно. Я вот не думаю, что так получится сделать, в принципе. Бляха-муха. Значит, что-то где-то упускаю. Я могу назад вернуться, если что. Но прикола я все равно не понял. Капкан. И чё он, блядь, не даст? Может, не в нем дело? Блядь, нет! Я не так хотел сделать. Бежим, 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 бежим. Ай, да ёбана! Нет! А чё, как мне сделать-то, ёпта? Эй, алё. Алё. Сука, я не знаю. Как мне это сделать? Может, я неправильно запихнул ящик? Может быть, надо было его впереди толкнуть на коряге? Нет? Ёпта, она опять далеко, сука. А, я... Как? Я не могу понять. Да, а вниз тебе нахуя клавиша? Стрелка, пригнуться. Ты, блядь, пригибнуться, блядь, не умеешь. Что ж? Подождите. Может, что-нибудь упало? Он же топнул, ёбнул там. Все такое. Где хули тут упасть могло-то? Он, блядь, не топнет еще раз. О, понял, понял. О, блядь. Ага. Ага, да, вот, наконец-то. Я, блядь, думаю, что с этой хуйней делать. А, да, блядь, я же про... Я про пробел нажал. Про пробел. На пробел. Пиздец, бедный чилик. Так ему не везет со мной. Иди, сейчас мы тебе тут такую хуйню устроим. Лови, блядь. Давай, давай. Ага. Топни. О, блядь, какой ты это. На. Блядь. А, как тебе идея?
чё? Где? Ага, лови. Ой, блядь, больно, наверное, пиздец. А, сука! Достал меня всё-таки. Ничего. Пизда тебе, паук ёбаный. Ага, ага, чё? На нахуй, пидорас ёбаный. А чё, где? А? На нахуй, блядь. Фу. А, блин, промахнулся немного. На нахуй. И сломалась. Как тебе, блядь, косожопый уёбок? Пиздой отсюда. И сейчас сверху нахуй на меня прыгнет. А, это жесть. Я в шоке. Ой, давайте, наверное, закончим пока.